На канале ТВЦ состоится премьера пятой части приключенческого детективного сериала «Ограбление по-ольховски». Сериал входит в цикл детективных историй «Сельский детектив». В сюжете новой пятой части каждый советский человек знает, что поход в баню может обернуться катастрофой. Но Кузьма слишком молод, вот и не остерегся. В результате, пока они с друзьями парились и угощались раками, кто-то похитил у опера табельный пистолет. Только как это произошло? Ведь баня была закрыта изнутри. Мужики в парилке, пистолета при них нет. Помочь может только Олеся, вот только на ее личной жизни это грозит поставить крест. Гриша уже давно недоволен ее сотрудничеством с Кузьмой. Главные роли в сериале исполнят Олеся Фатахова, Алексей Демидов, Данила Якушев, Елена Цыплакова и другие. Премьера пятой части двухсерийного детективного сериала состоится 18 октября на канале ТВЦ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.